здравствуйте. Вот у нас с вами есть две новости. Одна хорошая, другая очень плохая. Начнем с очень хорошей. Вот только что здесь пролетом, проездом был Боря Гребенщиков в нашем с вами городе. Вот только что я его проводил, значит, он уехал обратно. Был здесь вот по какому случаю. Теперь аквариум выпустил еще и CD-ROM. Вот если вы, видите, называется «Кольцо времени», вот если вы, например, купите такой CD-ROM, будете вот ходить по таким вот заковыристым лабиринтом компьютерным, нажимать кнопки, то будет слушать Борины песни, Борины откровения там, и тому подобное. Сделано все это с умом, как и все, за что Гребенщиков не возьмется. И хочется искренне поздравить его с такой формой его творчества. Вот плохая новость. Только что Артур Пилявин, один из самых изысканных музыкантов, джазменов нашего с вами столетие, оставил в такси портфель. В нем телефонная книжка и контракты группы «Квартал». Денег там нет. Вот мы очень просим таксиста, который обнаружит пилявинский портфель на заднем сиденье своего лимузина, позвонить мне вот сюда на пейджер 232-400, радио пейдж для Дебро. Итак, заранее благодарны. А сейчас у нас с вами будет самое веселое из всех групп на свете. Обхохочетесь, но это, конечно, неправда. В любом случае, вы почувствуете неповторимую атмосферу украинской речи. Вот, потому что у нас с вами в гостях единственная не ленинградская, не московская команда за всю историю программы «Антропология». Вопли Видоплясова! Во! Ну, а теперь вы должны, здравствуйте, это играть. Вот. А сразу, да? Ну, как хотите. Обратите внимание, дорогие друзья, на гитару, на которой будет играть Олег Скрипка, вот лидер команды. Это с ума сойти, что за чудо из Житомира. Вот. Железная такая жестянка, странной формы. Ну, хорошо. Тогда первая песня будет про любовь. Да. Как певучая украинская речь, да? Ну тогда. Так отож. Коли вікно вітер відкриє, волосся торкнеться ніжна струя, скоза тремтить та інші події. Ти не лякайся, це буду я. Не грай сурдіна, мовчи струна, хай звучить моє кохання, ти моя дивна, зву тебе я в дощі. Твоє ім'я крізь ніч хтось погукає, ти не лякайся, це буду я. Моя богиня, кохана, ти моя цариця, журба, не спи мене цілком. Без тебе не виживу. Моя галина, моя навічно, моя жаріна, княжна моя. Да, значит, хорошо. Олег, кто такой этот Видоплясов?
Відоплясов. Кстати, наверное, сразу слово передам Саше, пусть он и расскажет. Боже мой, какое чудо. Ну-ну. Видоплясов, да? Да. То есть вы человек необразованный, книжек не читаете? Нет, не читал. А что это такое? Это персонаж из романа Достоевского. Достоевича? Достоевичева, да. Ага. Федора Моисеевича. Так. Он его выдумал еще лет 150 назад. И что он делал, Видоплясов? А мы у него содрали. А Видоплясов что делал? Да, всякой ерундой занимался. Стишки писал, творчеством всяким. Очень неплохая передача, благодарю вас. Сабина Эйнштейн, вы большие молодцы, не вешайтесь, молодцы вы. Алло! Алло! Да-да, пожалуйста. Здравствуйте. Прошу вас. Димочка, я тебе хочу передать большой привет, очень замечательный ты человек. Спасибо. Вот, я рад тебя видеть постоянно. Взаимно, благодарю вас. Постоянно смотрю эту передачу и хочу тоже поблагодарить эту хохлядскую команду. Спасибо. Вот, за то, что она здесь. Спасибо. Олег, сразу поблагодари за эпитет. Вот, хочу также пожелать им больших, так сказать, успехов. Больших, так сказать? Да, успехов, вот, в их нелегкой, тяжелой, видно, жизни. Вот, так что, ребят, удачи вам. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо на добром слове. До свидания. Спасибо. За большой кацапский комплимент, большое вам спасибо. Олег, коли прийде весна, дякую, Катя. Что тут сейчас? Наприкінці передачі. А скрипка сейчас говорил на тарабарском языке? На барабанском. Мальчики, что будет с концертом 13 февраля? Ну, надеюсь, что все будет нормально. Будет пятница причем. Будет пятница 13-го, сделаем все в лучшем виде. Дмитрий, ты кто, лысый? Это я пытаюсь понять уже 38 лет, и пока не получается. Идем дальше. Вы родом из не из Киева даже, а из Советабада, вот нам ведь подсказывали, да? Это что такое Советабад? Я не помню, я оттуда в 4 года уехал. В Киев? Да, нет. Нет, в Мурманскую область. Так. Ну вот, и, а потом из Мурманской области уже я переехал в Париж. Париж? Да. А вы же там в театре играете в Париже? Да. А вы же даже там балетом занимаетесь в Париже? Кстати, да. Вы там что, для улучшения породы туда присланы, да? Для улучшения пластики. Французского народа. Да. А где вы нашли всю команду? В Киеве. В Киеве я обучался в политехническом институте, там же обучался и Саша. Мы на политехнической почве с ним познакомились. Вот. Ну, а там уже дело техники, в общем. Политехники. Сыграйте весну. Что, все хотят весну, а? Ну, что такое, что? Ребят, сыграйте, пожалуйста, як на чем-то волосы к плоскогубцами дыргали. Это уже не из нашего творчества. Не из вашего. Тогда сыграйте что-нибудь из вашего репертуара. Ну тогда, нет, давайте, наверное, даже про Юру. Да, хорошая идея. Слушай, опять, наверное, скажу стихами. Давай. Он был простой, но гордый парень. Юра, фамилия Гагарин. Фамилия Гагарин. Стрибок, козирок, з байкону, дура,
Слушайте, вас, оказывается, очень хорошо здесь знают. В частности, с группой «Лезвие» вы, оказывается, выступали где-то когда-то. Да, выступали. А, просят, да, 5 баллов пятой кнопки. Спасибо вам за это. Где вы будете выступать в ближайшее время? Ну, в пятницу 13-го, как мы сказали, будем в «Горбухе» выступать. 8 вечера. 7-8. Какая любопытная вещь украинский язык. Вот можно такие тонкие шаржи на массовую культуру делать, используя украинский язык. И вот что вам с успехом удается-то. Это такой тонкий юмор, что все, что творит Саша особенно. Когда вот это этот... вот стоит, да, имитируя, значит, такое поведение с такой базой. Это очень смешно. Не, ну в передаче надо стараться. Ну, да. Эфир. А? Я что, куклачу? Почему куклачу? А что вы обзываете? Саша, человек работает. Вот серьезно все. Серьезно. Вот обидел. Рубашку расстегнуть. Ну, чтобы было позадорнее. Ну, извините. Чтобы как сексивно быть. Алло. Алло, говори. Алло, алло. Алло. Ну, прошу вас. Говорите, ну. Сильно. Алло. Хороший месседж. Сильно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Алло? Ну, прошу. Ну, это уже слышали. Алло, давайте дальше. Добрый вечер. Здрасте, здрасте. Дмитрий, очередной раз убеждаюсь в вашем отличном вкусе. Благодарю вас. Отличных ребят пригласили. Да это Лена Карпова, это же не мой вкус. Хотя спасибо вам за доброе слово. Я слышал, что ребята долгое время работали во Франции. У меня такие два вопроса к ним. Во-первых, почему именно Франция? А во-вторых, как французы реагируют на украинскую команду? Ага. Спасибо вам большое. Ну, Франция, наверное, потому что все-таки это красиво звучит. Вот. А почему? Что? А как они реагируют на украинскую реагируют? Команду? Реагируют? Ну, поначалу мы, это, короче, не принимали мер и пугались, в общем-то. Пугались. Поэтому приходилось как-то делать коррекцию. Даже пришлось научиться разговаривать по-французски, да, чтобы сказать, что мы, типа, мы ж к вам с миром пришли. С украинским акцентом? Слушайте, а Саша, не, Саша, вы не поете ничего? Я? Вот. К счастью, нет. Черт, я послушал пару песен в вашем изложении. Ну что, попробуем еще сыграть, а то просто хочется побольше вас послушать. А мы думали, что только две песни надо, наверное. Мы только... От неожиданности я даже выронил пейджер. Я на этих видоплясовых иначе не могу реагировать. Знаете что? Ну хорошо, пока мы можем... Тогда может на баяне что-то сыграть. Ну а что делать? Нечего же. Некому. Чуть-чуть меня не занесло, видите? Да. Прошу вас. Раз, у меня голос есть. Алло, зрители, вы меня слышите? А вітру кишені хил, а плеча грає, мов весна бухи. Що не квітне, то поп'яне, таку-таку каже мій. Де то траву м'яти, опа біля хати, несли той гриб, то несли. О, гей, мамо, гей, хлопці грають, о, гей, гей, біля стирати. Мати порак біля хати, тато щось льву жене, через брокет шпільку за мене. Хмаринка в небі пропливає, а маленький це блин. А беба бабо на горищі вліза, у небо подробині погрів. Окрема! О, гей, мамо, гей, хлопці грають, о, гей, гей, біля всі раді, о, гей, їх люди пускають, гей, бабо!
Хлопці грають гучно море в клубі, 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 клубі. О, гей, мамо, гей, хлопці грають, о, гей, гей, білець раді, о, гей, ти клуб не пускають, гей, бо вони дуже потаті. О, гей, мамо, гей, хлопці грають, о, гей, гей, білець раді. Слушайте, ну тут много нашлось всяких аналогий. В частности, Саша напоминает мистера Бина. Олег напоминает этого Федю Чистякова с этим. В общем, все кого-нибудь напоминают. И все вместе напоминает Сашу Скляра и группу Ва-банк. Вы так думаете? Спасибо. Идем дальше. Че это? Господи. Алло! Бутерейка. Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! Привет всем! Здравствуйте, добрый день. Публи Видоплясу! Здравствуйте, Дмитрий! Yes, вас sir. Беспокоит город Белгород! Опля! Слышали о таком, да? Да, а что вы там смотрите? Вы смотрите там эту программу? Нет, мы смотрим ее в Москве, мы проездом. Ну да. Но вы знаете, честно скажу, у нас очень много фанатов в этой группе. Вот, большое спасибо, что вы ее показываете, мы здесь видим. Вот, к нам приезжали, кстати, ваши ребята с Северодонецка, с Украины, вы знаете, наверное, группу «Алоэ». И мы бы хотели бы увидеть у вас нашу группу. У нас, ну, скажем так, на Украину специально ездят покупать ваши кассеты. Да что вы! Да, действительно. Опля. Спасибо большое, что вы ее показываете нам. Ага. Очень популярно в Белгороде, так что ждем вас. Да, хорошо, большое вам спасибо. Смотрите-ка, у вас вон, пожалуйста, сейчас вот подобное же нечто. Некоторая группа молоденьких студенток из МАИ, Московский авиационный институт, специально ездила в Киев, чтобы попасть на ваш концерт, так и не попалась, зато теперь вся группа, вот вся учебная группа, состоящая, видимо, из молоденьких авиаторш будущих, слушает вас с восторгом и счастьем. Представляете? Это трогает. Так вот, Тош, сознайся, Дима, честно, вместе выпивали или нет, Валерка? Да не выпивали, я же не пью перед этим. Перед концертом Водоплясова. Я же не пью. Идем дальше. Алло! 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 Прошу! А вы знаете, я трубку так и не положил. А это вы же! Хорошо. Ну говори. Может быть, вы что-нибудь сыграли бы так для белгородцев, так сказать, попавших в Москву, которые просто... Ну закажи тогда что-нибудь. Заказать что-нибудь. А что ж вам заказать? Да? Все танцы хотят. Все заказывают танцы. Танцы? Считается хорошим тоном, видимо. О, продиджи говно. Очень любезно, что вы решили это самой разделить, это убеждение. Причем здесь продиджи. Ну так прошу. Ну что, танцы для белгородцев? Ну что, тогда на французском языке, да? Ну давай. Ну, не важно. На французском, да. Как же я буду? Ну, Шурик, давай сигналы. Внимание, увага. Le jour se couche. Il cache des ennuis de la nuit.
des travailleurs sont fatigués de travailler. Il y a des feux, des lampes décorent la ville. Eh bien les gens, venez danser au club. Nous allons danser. Dada danser. Dada da, danser. Danser. On se rappelle toute la semaine. Il y a beaucoup des sentiments et des idées. En attendant le chouette dimanche, the dance crew invites us. Au bal local, nous allons danser. Dan, 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 danser. Heureux, nombreux, nous allons danser. La, 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 danser, danser. Голодранцы у всех краин, гоп в единую кучу. Так, пролетарии всех стран соединяйтесь, да, Нина? Так? Да, все правильно. Идем дальше, идем дальше. Браты. Я знаю, что вы есть. Я знаю, що ви є. Я кличу вас, відгукніться. Приїжджайте к нам в Нівей Копитов. Щас? Вам, ну так, от прислав. Ну, брати якісь. Якісь. А кажу, то за брати в тебе відкрилися здесь. Ну как, не бей копытом, родственные, в общем, заведения. Так, идем дальше. Алло. Алло. Да-да, пожалуйста. Здравствуйте. Прошу вас. Я сам дончанин, но я живу сейчас в Москве. Дончанин? Больше трех лет. Техник. Я хочу услышать песню «Весна». «Весна». А я не понял, а кто вы? Вот дончанин. Дончанин вы? Гамлет. Дончанин. Дончанин? Да. А что это такое, дончанин? Это ну, житель города Донецка. А, вон вы куда, в этом смысле. Занесло-то. Так вы шахтер выходите, да? Нет. Физический шахтер. Ну, ладно. Почти. Хорошо, спасибо вам большое. Дорогие друзья, вы неправильно поняли, что Водоплясов или Видоплясов – это лидер группы. Вот Саша, который играет на бас-гитаре, правильно объяснил, объясняет, что Видоплясов или Водоплясов есть никто иной, как Достоевского сочинителя персонаж. А вот вопли, которые он издает, да, видимо, служат названием группы. Однако это вовсе не заменяет звучную фамилию лидера команды. Олег Скрипка. Вот как. А Водоплясов, он литературный герой. Единственное, что о нем можно сказать, что он вопит. Нет? Это к Саше вопрос, я не знаю. У Саши не моя сцена, там на лице написано. У меня, кстати, еще более звучная фамилия. Какая? Не знаю, мы же в прямом эфире. Ну, да. Что? Такая фамилия, что невозможно ее произнести в финспекции даже? Ну, как-то неудобно. Боже мой, что же за фамилия? Ну, хорошо. Так, ну что, вот эти весну, да? Ну, все просят танцы весну, да? Ну, если юноша просит... Я
иду до реченьки, встречат и зирочки, зазрачья падают, но выйти ежемерня мы наберут ту пазуху, тих бризок волники, затанцуют, а десны зрадеют до смерти. Боже, ну, зарай дугой, свечу попит хмарами, передам по радио, прощай, рид на батьківщину. Весна, 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 прийде, весна, 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 панує, весна, 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 прийде, весна. Весна, весна, весна. Я біду не вижену, сама з мене вискочи. Побіжем, покотимся, заведемо беседу. Наберу скоро гроші, спитаю у горя, чи мене не викине у пасти у море. Забіжу до зіночки, кинемо почароті, повідуся на лісто, поділюся жалостями. Наманай, ра-ра-ри-рай, наманай, ра-ра-ри-рай, наманай, ра-ра-ри-рай, наманай. Прогнозливий, відкрий правди трішечки, чи мене не викине, загину ти повесні. Дама говорит, смотрю и плачу. Я, говорит, украинка, живу в Москве. Вы моя любимая группа. Что вы плачете-то? Смеяться же надо, наоборот, да? Трогательно? Очень приятно. Трогательно. Да, приятно причинять людям слезы. Саша, значит, все как одна требуют, чтобы ты назвал свою фамилию. Одна даже прислала телефон, по которому ты ее найдешь после передачи. Пожалуйста, как и твоя фамилия? Женя, представь меня, пожалуйста. Да, кстати, и всех остальных. Вот. Александр Пипа. Ну, тогда понятно. Это для знающих. Вот это-то им и нужно, понимаешь? Ну, дальше. Это не шутка. Идем дальше, прошу. Ну, нет, представляете дальше команду. Вот вас как зовут, например? Меня зовут Женя Рогачевский. На барабанах Сережа Сахно.
Вот. Олег Скрипка. Вот теперь вы знаете все. Совершенно сумасшедшие ребята. А можно еще раз весну для, для девушки, совершенно не понимающей украинского языка? Злата. Можно, хорошо. Все-таки с тех пор, как последний раз исполняли «Червону руту», музыка на Украине, видите, как прогрессировала за все эти годы. «Червона рута», конечно, лучшая украинская песня, да? Из совковых, да? «Весна». А? Не, ну «Весна» же не совковая уже. Это же вы уже после падения режима, да? Это вот... Кравчук. Прославили. Кравчука. Алло! Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу вас. Добрый вечер. Ну, пожалуйста. Сокольский вас беспокоит. Очень вот приятно. Две просьбы к вам, Олег, в частности к вам и Саше. Во-первых, очень хочется вас попросить, чтобы вы, ну, поймите меня правильно, не опопсели. В хорошем смысле этого слова, ну, пожалуйста, не делайте это. И вторая песня. Пожалуйста, передайте для всех моих друзей песенку «Аутострада у Пекла». Спасибо большое. А. Ага. Спасибо. Ишь ты. Ну что, раз уж сказано, сделано. Да. Попросили в передачу, как надо уже. Такой странный план, вы понимаете, этого киевского разлива. Вот, Саша, вам тут это отличная фамилия, нечего стесняться. Да, это спасибо. Вот видите, как даже басист Пипа порадовался. Вот, расскажите, пожалуйста, историю про моду во Франции. Что это за история у вас?
Про морду? Про моду. Про морду они как раз, по-моему, уже все поняли. Моду? Какую-то вот моду во Франции вы когда-нибудь видели особенно? По телевизору? Ну, на улицах французских. А, что там особенного? Да. Значит, девчата французские очень любят ходить, во-первых, в университет. Вот они ходят в джинсах, в таком пиджачке серенько-синеньком, с рюкзачком сзади и длинные такие волосы. Черные. Вот это все как одна так выглядят. Ну да, да. То есть процентов 70. Куда они берут Брижит Бардо? Из 60-х годов. Да. А нынче уж только вот рюкзачки и черные. А нынче деловые девчата эмансипированные, вот мужиков не признают и тому подобное. О, так у вас там трудные времена. Но Но нас этим не испугаешь. Да вас, я уж не знаю вообще, чем как видно, испугаешь. Дальше идем. Алло! Алло! Алло, говорите. Ну? Алло. Да, прошу вас. Добрый вечер. Здрасте. Вы знаете, я отдыхал на Украине, и, короче, там постоянно у них есть, по-моему, такой национальный хит-парад. И все время появятся песни о родине, о лошадях, о вольной Украине. Но группу в этом стиле я почему-то все время не слышал. Такое ощущение, как будто там полностью идет дискриминация этого стиля. Лошадей? Хотел бы узнать, что вас там не прижимают? Куда? А. Куда? Алло. Почему? То есть вы думаете, что на Украине цензура эстетическая, и она не пропускает группу Вопли Водоплясова, да? Ну, мне кажется, не только эту группу, но то, что они прогрессируют, тот стиль, который они играют, а также остальные группы. Потому что постоянно это слышится попса, которые поют только здравый край, о лошадях и огне. То есть это еще хуже, чем у нас? Да намного, мне кажется. Да, то есть, ну хорошо, спасибо большое. Видите, все-таки есть попса хорошая, а есть попса плохая, вот, значит. На Украине попса еще даже попсовее, чем московская попса. О, ну, у нас же нет Сташевского, конечно. Вот, видите, да. Нет, ну, а вообще-то, наверное, наш с вами собеседник этот ночной не так далек от истины. Мне кажется, все-таки, что какая-то эстетическая консервативность всегда была и будет. И в Москве, а, ну, уж на Украине подавно. А то и за границей тоже, и во Франции. В Белоруссии. Во Франции, да вы что? Мне кажется, что во Франции только то и происходит, что рождаются новые интересные проекты каждый день. Анна, нет. Страна очень, кстати, консервативная и, в общем, да похлеще наших будет. Даже, да? Да. Назовите мне спиток известных французских групп. Ну как же, пожалуйста. Дидье Маруань, у него здесь этот фонарь, он им башкой водит, значит. Уже так лет 25. Да, будет. Вот этот я знаю. Уже потом еще какая битгруппа, я знаю. Вот этот еще такой же, но только постарше, Жаре фамилия. Он у Лужкова деньги берет, и на эти бабочки, значит, сидит и играет на пианино, значит, здесь на Ленинских горах. Потому что его ни в Англию, ни в Америку не пускают. Вот эти, я знаю, проекты. Да, о французских проектах. Послушайте, мне тут передали кассету Жоржа Брассанса. Роскошная кассета. Я прошу автора переводов вот, и исполнителя мне обязательно позвонить на пейджер вот, после передачи. Давайте сделаем про Брассанса этот эфирчик. Так-то вот. Как-то Олег выступал даже со сломанной ногой. Спроси Дима. А, умоляю песни «Ехали казаки». Нет, давайте даже вот как сделаем. Вы уж сами решаете, играть этих казаков или не играть. Ага. Но я вам хочу сказать, что сейчас наступило время сыграть последнюю песню. Последнюю Вы могли песню. Бы попрощаться с нашими зрителями так, чтобы они долго вот это вспоминали? Ага. Ну... Наверное, все-таки надо еще спеть песню про любовь. О, как? Про любовь. Ну, конечно. Вот, и... Хорошо, «Ехали казаки» — это не про любовь. Ну, про неудавшуюся. Это плоская любовь. Да. Не, ну, хотелось бы, да, вот, дорогим москвичам, которые нас... Давай, Олег, только не играть с тремя гитарами песни. Чего? Чтобы не расстроились. Ничего расстроились. Не, ну, красивая гитара, чтобы не поиграть. Вот, ну, хотим, короче, пожелать москвичам всего хорошего. Вот, нам очень нравится, что вам нравятся наши песни украинские. Вот, ну, еще, наверное, одна песня, которая называется «Країна мрій», что значит «Страна грез». Thank you.
просто снилось мені, що існує країна мрій. В той країні росте чарівний гай. У гай той може кожний війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивний час. Хай несе мене ріка фантастично. Глибин. Там тварини небесної журби. Але я не питаю себе, де на мапі країна ся. Та й негайно рушаю далі. Чтобы учёбить.